Всем привет! Сегодня мы будем делать сладкую валентинку. Для этого вам понадобятся конфеты, картон, либо старая коробка от конфет и шаблон сердца. Приступим. Возьмем шаблон и приложим его к нашей коробке. Затем обведем наш шаблон. И точно так же с наружной стороны. Отлично. Поднимаем шаблон. Берем ножницы и вырезаем то, что мы только что нарисовали. Отлично. У нас получился вот такой замечательный шаблон. Вы можете использовать просто красный картон, либо какой-то другой цвет, который вам нравится. В данном случае мне понравилось то, что он неоднородного цвета. С другой стороны, естественно, он белый. Затем приступим к самому вкусному. Берем конфеты. И вот они у нас конфеты. И двухсторонний скотч. Отрезаем маленькие квадратики. Затем нам нужно их хорошо приклеить и снять верхнюю часть. Вы можете использовать по желанию и клей. Это как вам будет удобнее, что у вас будет под рукой. Берем первую конфетку и помещаем ее вот сюда. Затем берем вторую конфетку и помещаем ее по центру. Точно так же третью конфетку. Как красота у нас получается. Отрежем еще немного скотча. Приклеим конфетки. Вот так. Еще две конфетки. И можно сюда еще две поместить. Вот так и сделаем. Наша сладкая валентинка готова. Теперь ее можно дарить и радовать друзей и близких. Спасибо за просмотр, ставь лайк, дари валентинки и делай приятное своим друзьям и близким. Пока!